против, ой, только против. Мы против, не надо. Мы против заезда для машин, потому что это будет очень неудобно, поскольку это территория, где гуляют с детьми, и это будет крайне неудобно для нас, для жителей города Алматы. Сейчас все положение дел меня устраивает. Я как отец ребенка, мне очень удобно. А если я приехал на машине, то просто огромная парковка здесь. Единственное наше это место, которое мы сюда приходим и отдыхать, еще въезд. Это кто придумал такой въезд? И так у нас все платный. Это наше место, которое мы приходим отдыхать. Здесь очень много народу ходит, а здесь гулять вообще шикарно. Я не хочу дорогу здесь. О том, чтобы устроить здесь проезд автомашин, я как алматинец, мне это не очень нравится, как отец. Потому что здесь все-таки зона отдыха, я считаю, и дети должны гулять, родители должны гулять. Считаю, что город, для, во-первых, для населения, да, для детей, для растущего поколения. И поэтому все, что делается, должно как-то, ну, во-первых, гармония быть с окружающим совсем, да, и побольше такой, таких площадей, где можно прогуляться, отдохнуть, провести время с семьей. Я против того, чтобы убрали белку, и вместо ней была проезжая часть. Маған тиынның қасында жұмыс істеп ұнайды. Бұл жерде жол жасағанына мен қатыстым. Где погулять-то? Если машины ездят и не погулять, в Алматы и так мало места, где можно погулять. Конечно, я против заезда автомобилей. Я против. Я хочу заезда. Конечно, мы против того, чтобы убирали белку. Для нас, мастеров ручного труда, это дополнительное место работы. Да, конечно же, я против того, чтобы убирали белку, потому что это уже стало неким символом нашего города. Многие туристы, которые приезжают в город, они сразу же едут сюда на белку посмотреть. Поэтому нужно ее восстанавливать. Давайте сохраним ее общими усилиями. А тот заезд, который сделали со стороны Жароковой, вполне себе удобный. Вот. И сейчас есть возможность здесь гулять, машин нету. Вот я вот, видите, с детьми, и я, конечно же, против того, чтобы здесь были машины. И парковка сейчас отличная, новая, поэтому нет, абсолютно никакого смысла нету, пусть стоит белка. Я против, чтобы на территории Атакента была дорога, потому что людям нужен свежий воздух, нужно пространство. Нет, я не хочу, чтобы ее убирали, потому что это символ Атакента. Зачем убирать туда жизнь? Белку не надо убирать. Мне кажется, это единственный большой обед, который есть в Алматы вообще. Против заезда в Атакент, не заезжайте, не надо. Не портите природу, свежий воздух, хотя бы одно место, где граждане могут проводить время спокойно, без выхлопных газов и прочей ерунды. Здесь, во-первых, будет затор движения, а во-вторых, люди не смогут гулять, и как бы одной улицы Панфилова нам мало. Против заезда! Машины!